Доброе утро, дорогие друзья! Доброе, добрейшее утро! Мы в прямом эфире изучаем Мишли, притчи царя Соломона. И сейчас мы находимся в конце 26 главы. Сегодня у нас последний отрывочек. Последний отрывок 26 главы. Мы переходим к 27 главе. И это уже финишная черта. Все, финишная черта. Прямо уже надо садиться и обрабатывать все мои записи, все переводы всех глав. И делать книгу. Уже я приближаюсь к моменту, когда надо будет сесть где-то на пару недель, я думаю, или неделю, или дней 10 в Цфате. У меня план с Божьей помощью сесть в Цфате, в городе Цфат. Там есть такое место, не, именно писать книгу, погрузиться, ходить молиться на могилу Аризаля, в микву Аризаля, ходить молиться на могилу Рав Йосеф Каро, чтобы не ошибиться. Рав Йосеф Каро там похоронен, который написал Шулхан Арух, и молиться, чтобы Всевышний помог мне именно каждую букву, каждое слово правильно понять, чтобы не дай Бог не навредить, а чтобы только была от этого польза. Потому что, вы понимаете, это очень важно, когда обучаешь Торе, то это огромное, это как мы присоединяемся сейчас к Богу через Тору, мы присоединяемся к Богу, это же невероятная сила. Если неправильно присоединить, то могут потом быть вопросы. На небо приду, мне скажут, что ж ты, Ицхак, Мишли так обучал неправильно. Я так не хочу. Поэтому еще раз я предупреждаю. Я сам изучаю Мишли с комментариями Малбима, Раши и Мецудат Давита. Это классические комментарии, которые... классические комментарии, но есть, например, комментарий Виленского Гаона. Я не изучаю с этим комментарием. И по этому комментарию проводятся прекрасные уроки. Всем рекомендую. Кто хочет еще глубже войти в Мишли, только есть, знаете, четыре уровня изучения Торы. Есть Пшат, Ремес, Драш и Сот. Так вот, на сайте Талдот.ру, Рав Ксида его зовут, он преподает по Виленскому Гаону. Это вообще, это, ну, такие глубокие вещи, такая, знаете, высшая математика. Вот, а я по-простому стараюсь понять и вам объяснить. Хорошо, значит, мы находимся в 26 главе. Вся 26 глава нам царь Шломо объяснял, как быть со своей ленью, как быть со своими вожделениями, как быть с теми людьми, кого вожделение и лень уже схавали, просто съели их, да, извиняюсь за мой такой вот харьковский жаргон, схавали, скушали. Вот есть люди, которые прямо ими и хочу властвуют, они не могут вообще, вот просто. Это называется ксиль, грешник по вожделению, или это называется... этот самый лентяй, да, который, ну, который не может, его лень победила, внутреннее животное. Все, последнее у нас 28-я, и дальше нам перешло на то, почему люди такими становятся и к чему это приводит. Вы знаете, вот интересно, наркоманы, которые не могут справиться со своим вожделением, они самые обманщики, они настолько обманывают, прямо вообще, вот выносят все из дома, родственников обманывают, друзей обманывают, всех обманывают. Они не могут справиться, то есть у них вожделение, их стремление получить удовольствие, избежать боли, оно просто, ну, меняет их структуру личности, они становятся такими прям обманщиками. Это мы уже изучили в 26 главе. Теперь последний 28 отрывок 26 главы. Значит, Лашон Шекер и Сна Дакав. Значит, Лашон Шекер это язык обманный и Сна Дакав. Ненавидит дакав тех, кого он сокрушает. У пехалак ясе митхе. А пехалак это гладкий рот, дословно. Сделает митхе, ну он как бы подталкивает к падению. Значит, здесь царь Шломо, он завершает вот эту всю тему вожделения, грешник по вожделению, тему значит, лентяя и так далее. Он говорит, смотрите, все в руках языка. Даже есть у него такой отрывок в Мишле, что и жизнь, и смерть в руках языка. То есть человек своим языком, своим ртом, своим способом мышления, он может разрушать себя и окружающих, может строить. Но здесь говорится конкретно про разрушение. Значит, лживый язык ненавидит сокрушаемых их. Значит, как работает лживый язык, который ненавидит сокрушаемых им? Вот встречаются два человека, один другому говорит «Здрасте», второй говорит ему «Здрасте».
Тот ему говорит, ты что, не знаешь, что сейчас коронавирус? Тот говорит, знаю. Он ему говорит, а ты знаешь, что вот вообще все вокруг больные, шансов нет, значит, последствия ужасные. Тот ему говорит, да нет, подожди секунду, сейчас же вроде 3 вакцины уже изобрели. Он говорит, ничего не работает, последствия еще хуже. Это все обман, это теория заговора. Тот ему говорит, да смотри, вон там Сергей, например, он вообще не болел, а Саша, он болел и выздоровел. Он говорит, Сергей, значит, Сергей обманщик, Саша обманщик, все они обманщики, посмотришь, что с ними завтра будет, через месяц будет. В общем, один негативщик такой, вы знаете, да, вот есть люди, негативщики, они все, что им не скажешь, они поворачивают на негатив. А второй позитивный такой, он ему говорит, смотри, ну а что делать, мы же пока здоровы. Значит, надо, есть возможности, надо укреплять иммунитет, надо молиться Всевышнему, надо учить Тору, надо ходить в маске. Тот говорит, ничего не поможет. Я тебе говорю, ничего не поможет. Все, значит, гадость, все страх, все это самое. Это вот как раз пример, как человек один своим языком, он все ненавидит, он все разрушает, он все рушит, он не оставляет шанса ни себе, ни людям, никому. А это как бы такой, первая часть этого, да, 28-го отрывка, что когда он так жестко рушит. А бывает часть, когда упехалак и асемитхе. Что такое пехалак? Пехалак это такой гладкий рот, льстивый рот, он подготавливает падение. Два человека встречаются, один другому говорит, ты знаешь, вот этот вот вокруг все эти коронавирус, я решил укреплять свой иммунитет, буду, наверное, закаляться холодной водой и делать зарядку. А второй ему говорит, зачем тебе, слушай, ты так красавчик, у тебя такой иммунитет вообще, ты просто вообще звезда. Давай лучше пивка бахнем. Тот ему говорит, не, послушай, я решил заниматься иммунитетом, буду сейчас развиваться, буду, значит, ходить, какой алкоголь, я не пью алкоголь. Тот ему говорит, слушай, давай за это выпьем, вот реально, давай выпьем за день начала твоего прекрасного взлета, ты красавчик. Ты молодец, такое решение, я просто тобой восхищаюсь, уже одним твоим решением я восхищаюсь. Поэтому, говорит, давай сегодня отметим твое, вот с завтрашнего дня ты начнешь, а сегодня давай отметим. Начали они пить, тот ему говорит, слушай, ну вообще, а зачем тебе это, расслабься. Кто не курит и не пьет, тот здоровеньким умрет, а мы так нормально с тобой отдыхаем. И он бывает, что он мягким языком, и он вроде бы говорит ему такие позитивные вещи, а он тоже его рушит. То есть, видите, два разных варианта. Один рушит такой пессимист, негативщик, он рушит жестко. Второй мягко, но он может мягко еще хуже сделать. Лестью, вот этими своими какими-то, да все отлично, все нормально, значит, пронесет. И, то есть, позитивный это человек, он тоже может сказать, да зачем нам эти маски, да зачем нам это все, давай будем типа расслабляться, расслабимся и положимся на Всевышнего. То есть здесь царь Соломон предупреждает, что бывает язык негативный, ты сразу понимаешь, негативный это сразу понятно, это зло. Бывает позитивный, его сложнее понять, что это зло, но царь Соломон говорит, вообще слова это внешняя какая-то оболочка, но за словами всегда есть суть, есть внутренняя вещь, есть намерение, то, что человек хочет передать, есть его сущность. А бывает, что у человека в сердце одно, а снаружи другое. То есть здесь нам просто царь Шломо в 26-м отрывке, он нам раскрыл, как работает зло. Вот если взять так одним словом, о чем мы изучали всю 26-ю главу, о том, как зло работает внутри человека и как люди этим злом влияют друг на друга. Так что если вы повторите 26-ю главу, вы еще раз все просмотрите и увидите прям такое, знаете, 26-я глава притчи, это наглядное пособие, как вести себя, как мыслят грешники по вожделению, обманщики и ленивые люди. Все, вот прям каждый раз читаешь, и так смотришь на каждого, и подозреваешь. Теперь вопрос, можешь ты подозревать другого или не можешь? Можешь. То есть Тора нас учит быть осторожными. Выражать это ты можешь наружу или не можешь? Не можешь. То есть ты должен быть осторожным, но по отношению к людям ты должен быть позитивный. То есть здесь это очень интересная такая вещь, что ты должен быть подготовлен к тому, чтобы не попасть в ловушку. Но при этом
ты не имеешь права высказывать это, свои подозрения, опасения там, и так далее. То есть высказывать свои такие беспочвенные подозрения. Но подозревать, быть осторожным ты должен. Как говорится, есть такой тоже пасук в Мишле, что Ашры Иш Мифахет Тамид. Не сходится. Счастлив человек, боящийся постоянно. Теперь, что это значит? Боящийся нарушить волю Бога. Потому что, когда ты изучаешь Тору, то у тебя есть все эти правила. И человек, который осторожный, и он все время осторожный, то он не будет попадать в какие-то плохие ситуации. Понятно? И мы переходим к 27 главе. 27 глава, значит, сегодня у нас, я думаю, успеем два отрывка выучить. Очень полезно. Дальше царь Соломон продолжает нам рассказывать, как работает речь человека. Значит, 27 глава, первый отрывок, говорит нам царь Соломон следующую вещь. Очень важно. Во-первых, два отрывка, я когда-то это учил, мне очень помогло в жизни. То есть я их не просто учил, а учил для того, чтобы делать. И я очень стараюсь вот... Эти отрывки мне очень помогли. Вот слушайте. Первый отрывок 27 главы звучит так. Аль тит алель бейом махар. Не хвались завтрашним днем. Тило ты да май лет йом. Потому что не знаешь, что родит день. Значит, раньше я думал, что можно... Вот, знаете, как... Когда я еще был нерелигиозным, то какие там темы разговоров? Люди в основном, когда встречаются, они делятся друг с другом. Кто-то такие пессимисты делятся, как им плохо, чтобы их пожалели. Кто-то оптимисты, а я всегда был оптимистом, делятся, как хорошо и как он ждет, что будет хорошо. Часто путая желаемое с действительным. И я часто рассказывал, вот, завтра поеду туда, через год поеду сюда. Там я стану чемпионом мира. То есть я рассказывал людям, хвалился завтрашним днем. Иногда это помогало, да, потому что есть такое, как такое есть правило, что амбициозные люди, те, у кого есть амбиции, то есть амбициозные люди, это те, кто верят, что у них завтра будет хорошо. Они мечтают, они создают, они делают. То есть это как бы одна сторона медали, что без того, чтобы у человека были большие какие-то мечты, не обязательно большие, невозможно жить и строить свою жизнь без мечты. То есть у тебя должна быть мечта, что ты хочешь создать. И никто не знает, что родит Йом завтрашний, никто не знает. То есть ты не знаешь, люди говорят, нет, я не буду мечтать, а вдруг не получится. А вдруг получится, так как же ты, то есть ты сейчас отказался мечтать, потому что, а может не получится. Ты мечтай. А получится, не получится, увидишь потом. То есть это как бы первая часть медали, да? Теперь, ну, вторая часть медали. Здесь нам говорит царь Шломо, «Аль тит алель бейом махар», «Не хвались завтрашним днем». То есть у тебя этого еще не произошло. Ты не можешь рассчитывать, что это произойдет, и этим хвалиться, да, хвастаться. То есть это вообще неправильно. То есть ты создаешь, наоборот, предпосылку, чтобы это не случилось. Потому что есть еще одно правило в Торе, которое звучит так. «Эн браха мацуя эля бедавара саму минаин». «Благословение есть только вещи, спрятанные от глаз». То есть ты создаешь свою мечту, и эта мечта, она пока где живет? У тебя в голове и в духовном мире. То есть ты как бы ее сигналишь в духовный мир для того, чтобы там, как бы человек же, он по образу и подобию Бога, Бог творец и человек творец. И вот человек, он как бы выдает такую картиночку туда в небо, да, в духовный мир. Я это хочу. Дальше эта картинка, она получает там на небе какое-то подкрепление, да, потому что человек же не один живет. Много же людей. И каждый человек, он мечтает о том, что будет завтра, а кто-то боится, что будет завтра. Тут смотрите, как интересно. Я не хочу, чтобы это было. Слово «нет» отпадает. И остается только картинка, как будто бы ты хочешь, чтобы это было. То есть человек, который боится будущего, и он себе визуализирует вместо мечты, визуализирует разные страшные ситуации, он как будто бы в небо шлет сигнал, что я это хочу, я это хочу. Понятно. Теперь, значит, один сигналит одно, второй сигналит другое. Один сигналит, что будет Трамп, второй сигналил, что будет Байден. Трамп сигналил, буду я, Байден сигналил, буду я. Но 70 с чем-то миллионов, они просигналили туда на небо за Байдена, они хотели, чтобы был Байден. А там 70 миллионов хотели, чтобы был Трамп. В итоге
получилось то, что получилось. Понятно, да, идея? Теперь вопрос, почему все-таки, если мы смотрим сейчас на просто законы Торы, которые мы изучаем. Сказал нам царь Шломо, пророк от Бога, мудрейший из людей, «Альтит алель бьемахар» – «Не хвались завтрашним днем». Не хвались, что ты уже знаешь, как будет завтра. Это неправильно. «Лоты да майлетьем» – «Ты не знаешь, что родит день». В прошлые выборы демократы и Хиллари Клинтон праздновали победу, заказывали фейерверк за 5 миллионов долларов праздновать победу, да? То есть они уже хвалились победой, она еще не произошла. И в итоге Дональд Трамп, он эту победу захватил. В этом году кто уже говорил, что я выиграю точно? Дональд Трамп. Ну, опять же, этот пример там много же влияет факторов. Но мы теперь знаем в личной жизни, что если ты даже думаешь, и ты даже уверен, что завтрашний день будет для тебя прекрасен, не похваляйся этим, не хвастайся этим, ты не знаешь, что родит день. То есть может быть все, что угодно. И прямое указание царя Шломо не хвастаться, что завтра у тебя что-то будет хорошо. Будет хорошо, расскажешь. Мечтать надо, просить у Бога надо, молиться надо. Теперь мы учили уже в Мишле, я просто напомню, что говорил царь Шломо, он говорил про то, что рассказывать, сейчас я не помню, как первая часть была этого отрывка, но вторая часть была такая, что идеи, как бы идеи, махшевоты, желания, они установятся, они как бы реализуются, бров юэц, когда есть у тебя много советников. И там была первая часть, что как будто бы не рассказывая о своих мечтах, потому что люди могут его разрушить. Вторая часть была, но твоя мечта, твоя задумка, она исполнится, когда есть много советников. Вот тут очень большая разница, кому рассказывать, кому не рассказывать. Например, у тебя есть мечта. Ты мечтаешь о чем-то, и ты приходишь и говоришь какому-то, ну, например, кто-то мечтает стать чемпионом мира по бегу. И он приходит к человеку на инвалидной коляске и ему говорит: знаешь, вот я мечтаю стать чемпионом по бегу мира вообще, классно, буду бегать вообще. Тот, который на инвалидной коляске, он начинает рыдать, плакать: зачем ты это мне рассказал, я никогда в жизни ходить не смогу, а ты мне это рассказываешь, что я стану чемпионом по бегу. Он рыдает, плачет, и Всевышний, получается, что это как бы, это не преступление, но это рядом с этим. И он его, получается, не то чтобы даже сглазил, тот, кто, ну, просто он сделал некрасивое действие, да. Теперь, если он после этого, он думает: все, никому не буду рассказывать, что я хочу стать чемпионом мира по бегу. Он перестал всем рассказывать. А если он не будет никому рассказывать, как же он станет чемпионом мира по бегу? И вот ответ лежит как раз во второй части отрывка. Что реализация мечты, когда ты с советниками, те, кто знают, как ее реализовать, советуешься. Он приходит к тренеру какому-то и говорит чемпиону мира там, или к хорошему тренеру: вы знаете, я хочу стать чемпионом мира по бегу. Этот тренер ему говорит: ну, ты знаешь, у тебя есть шансы, у тебя есть шансы. Он ему говорит: отлично, а вы мне посоветуете, что мне делать? Тот ему говорит: смотри, сейчас мои... Чтобы я тебе рассказал план тренировок, это стоит $200. Есть у тебя $200? Он говорит: ну есть у меня $200, но я эти $200 не дам тебе за план. Тогда этот тренер говорит: а тогда у тебя не получится стать чемпионом мира. Тот говорит: почему не получится? Он говорит: а ты не хочешь по-настоящему. У тебя вот это твое желание, оно даже $200 не стоит. То есть ты эти $200 потратишь там на еду какую-нибудь или еще на что-то. А так, говорит, шансов нет. Даже если я тебе бесплатно расскажу, оно тебе не поможет. То есть твое желание меньше, чем $200, которое у тебя есть. А с маленьким желанием мечты не реализовываются. Когда есть мечта, туда надо вложить много желания. А как ты определяешь, есть желание или нет? Насколько ты готов туда рисковать и вкладываться? Понятно. То есть нужно советоваться с теми, кто хотят тебе помочь. А те, кто не хотят тебе помочь или не могут тебе помочь, им нельзя рассказывать. Понятно, да? Это первый был отрывок 27 главы. Второй отрывок, я вот думаю, сейчас его рассказать или завтра уже. Давайте завтра я расскажу. Все, у нас был последний отрывок 26 главы мы выучили.
И первый отрывок 27 главы достаточно, чтобы его запомнить, подумать и применить. Потому что главное в изучении Торы – это не то, что ты услышал и понял, а то, что ты запомнил и применишь. Потому что тот, кто учит Тору для того, чтобы обучать, тому с неба помогут учить и обучать. Поэтому я обучаю, потому что я хочу всю эту Тору запомнить. И поэтому, когда ты ее обучаешь, ты лучше запоминаешь. А тот, кто учит для того, чтобы сделать, применить, значит, тому с неба помогут и изучать, и обучать, и запомнить, и применить. Поэтому, пожалуйста, лучше этот один отрывок запомнить и не хвалиться завтрашним днем, не слушать негативщиков и не слушать позитивщиков, которые тебя хотят ослабить своими позитивными лестью, своими позитивными советами, а знать, что есть мечта, есть люди, которые работяги, умеют работать и реализовывать мечты. И вот именно им надо и рассказывать свои мечты, чтобы они вам помогли. И дальше надо работать. Все. Удачи, успехов всем. И жизни полное изучение Торы. Жизни полное преподавание Торы. И выполнение заповедей Всевышнего. Потому что тут не ошибешься. Тот, кто выполняет заповеди Всевышнего, тот постоянно на контакте, под защитой. И он никогда не ошибется. Все. Удачи, успехов. Всем пока.